Чем отличается хороший барабанщик от плохого? Часть 3. Хороший барабанщик ухаживает за своим оборудованием, плохой небрежно обращается со своим инструментом. Хороший барабанщик заранее отрабатывает ритм-секцию с басистом, плохой пускает все на самотек. Давай по нашим партиям пока пробежимся. Давай. Ты как акценты в бочку в припеве расставляешь? Да я сам не помню, ты на ходу схватывай. Хороший барабанщик берет с собой на концерт запасные пары палочек, плохой надеется, что единственная пара не сломается. Хороший барабанщик во время соло коллег уходит на второй план, плохой всегда заглушает остальных. Хороший барабанщик не пьет перед концертом, плохой пропускает пару стопок для храбрости. Немного выпьем перед выступлением? Ты что, я только на трезвую голову играю. Давай, стопочка для храбрости не помешает.